Короче, я вам скажу по секрету, только никому не говорите. Эти буржуины уже до того зажрались, им это уже не нравится все, что в магазинах, там все то все. Они идут и собирают, значит, лепестки шиповника, говорят, гарно пахнет, вот, ага. И потом еще в дегидратор закидывают и ваши, подшушивают, и всякие варенья делают, сиропы делают, медик делают, и хотят, чтобы я еще вино из этого делал. Джигит не будет, короче, шиповничных этих самых диких роз, короче, вины делать, но запах обалденный, пацаны. Вот такие вот лепестки, помните, розовые, да, вот такие. Ну. Дорогие товарищи Аксакалы и Гомосеки, значит, извиняемся очень жутко, камеру вообще в руки не брали. Дети были, внуки были, мы так классно на улице, короче, купались, плескались, из пушек водочных стрелялись. Ну, потому что на больше у тупых натовцев не хватает, значит, ума, чтобы с настоящих пушек. И что еще это? И на рыбалку мы с Робином поехали, на рыбалку. Короче, озеро такое офигенное, окунь водится, перч называется. Лимит можешь 25 штук с собой брать домой. Поймали дулю, блин. Робин один поймал, такой сорвался у него. У меня один бегал за крючком тоже. Ну хорошо поплавали, очень хорошо, как Иван и Сусанин прямо. Теперь приехали домой, тетя Оля, покажи хавчик, блин. Что-то наколдовали, блин. Бутылочку красивую открываем, конечно, смотрите, какие вот эти... Креветки, блин, то, что о чем деды, короче, мечтали, блин, ну, ребята уже думают, заколебал, батя, блин. Все, спасибо всем за компанию, приятного всем аппетита, в следующий раз мы постараемся не забыть камеру и покажем вам все. Спасибо. При прелести. Короче, зимородок был, блин, там прыгает в воду, там рыбы хватает, потом этот херон. Угу. Большой такой птица, чудак такой. И Raven, three, hatched from the nest. Молодые такие грачи, блин, только вылетели, блин. Ну, танцуют жестоко. Вообще мы их не обижали, значит, короче. А лодка на берегу, ничейный, знаешь какой. Садишься так, это два штуки человека, и сзади еще два места есть. Но у нас с собой никого не было, самки эти не пришли. Поэтому туда просто лодочки положили, чемоданы. И это, и педали крутишь так. И Робин рулил так, steering wheel был так, капитан был. И мы тут, блин, мы поплавали, аж Робин захохотал, блин. Ну, рыба не поймет. Бивер был еще, бобер плавал, там тоже танцевал жестоко. Короче, день провели классно, теперь ужинаем. Окей. Все. No, bring it closer, a little bit closer. The fish. Yeah, don't worry. Пацаны, вообще без рыбы помираем. Первая рыба, блин, уже нервничаем. Вообще, блин, исключительно, блин, жестоко так, блин. Аллак пар, Робин. Ой, бай, рыба кушать будем хоть, блин. Не сдохну. Ой, потихонечку не крутимся, лодка, маленькая лодочка. Сейчас сделаем все. Вон то, вон луна, полнолуние. Вот девчата сидят. Короче, мы приехали ночером домой. Короче, уже темно, бабочки летают всякие. А вообще что-то не фотографировал, ничего. Покажу сейчас, что поймали. Ой, бай, убрали. 6 штук таких поймали, короче. Ой, хороший рыбалка был вообще. Исключительный, прямо отличный был. Будем жарить рыба. Пацаны, я так понимаю, вы там херней занимаетесь. Мы тут, блядь, пеликанов гоняем. Кружимся, что-то, блин, мечемся по озерам нафиг. Рыба ищем, блядь. Все по-настоящему, не по-детски. Стрекозла сбили русского. Озеро большое, вода тихий. Рыба чуть-чуть играет, но мы еще ничего не поймали. Что-нибудь поймаем. Запрыгаемся. Что-то лодка вихляет. Мне надо двумя руками рулить. А я вам киношки снимаю. Короче, уехали от дома вообще 120 верст. Большой озеро такой называется. Гранитный прям, утесный, короче. Ага. И там будем, короче, что-нибудь пытаться поймать. Если что поймаем, покажем. Смотри, что-то круги бывает, рыба плещется. Пацаны, мисты, конечно, живописные, блин. Вот здесь, видите, вот такой плоский камень.
разрабатывают в карьерах поблизости, на продажу, на облицовку домов, то все. Но, блин, ну и зори здесь, может, тихие. Смотри, веровка синий, blue line. Но риба нету, бляха-муха. Что-то не то делаем, пацаны. Мы вообще, короче, не в курсе. Он увидел от этого, вот все-все это прошли уже. 186, 15, 14 километров. И нихера, блин. Пару раз килевало, но это оказались камни, блин. Порвали наши эти, блин, все снасти, короче. Это, ну, блин, а риба нету, блин. Она здесь есть. Кого, блин, вот ко мне заезжает на заправку, не спросишь. Блин, 68 штук пома опускали. Не выдает рука, заколебались, блин. Ну, приехали мы на чудесное озеро, нихера, блин. Что-то, блин, или народ врет, или мы нихера не умеем рыбачить, блин. Не знаю, блин. И солнце уже клонится, блин. И что за фигня? Все снасти перепробовали, половина уже без хвостов остались, блин. Здесь, короче, судак должен быть со страшной силой. И щука. Но щуку мы вообще решили не брать. Там, где лодку спускали, они там стояли, блин. Прямо это с аршин, блин, длиной. Мы думаем, нафиг нам щуки. Мы сюда приехали за судаками, а судаков нету ни хрена, блин. Ну, знаешь, она там, типа, долбиться, как вот русские в стенку лбом. Нам надо это в дно так стучаться, чтобы судак там это что-то кусал. Ну, что-то не хочется, блин, и не умеем, и не знаем, и вообще. Надо какие-то эхолоты, наверное, найти места, блин, где они там стаями стоят, блин. Как эти, блин, как орки, нафиг. За углом, блин. Черт его знает, пацаны. Где рыба? Короче, пацаны, я матерился, это самое. Аллах рассердился, говорит, на тебе рыба. И послал Робину рыба какой-то. Эй, судак. Судак. Валай. Эй. Бляха-муха, Робин. You got it? Or you want me to do it? Yes. I got it. Anything. Slowly. Don't lift it up. Yes. Nice. Oh, fuck. Holy. I did my best to let it go and didn't work out, huh? Fucker. There we go. Hooked him really well. Hey, good job, Robin. Yeah. Судак. Yeah. Swolish. Yeah. Кидаем якоря, блин, ловим судаки. Ой, блин, море большое, как выбираться будем? Хрен его знает, вообще не знаю, куда даже идти, блин. Там мужик с ножиком, да, приходит и режет весь наш рыбу. Смотри, прямо зарезал. Прямо вот так этот зверь, прямо, смотри. Судак, валай. Валай. Not валай, валай. Смотри, какой крупный рыба, вкусный, красивый. Сейчас камера выключу, что-то я ему скажу, ему напугаю, скажу, ему больше нельзя рыбачить, только мне можно, вот так вот. Чуть-чуть пофотографируюсь на память, понимаешь, знаешь, что он садится, он это самое, говорит, поехали, он говорит, что дурно, что мы, говорю, пол Сибирь проехали, блин, пол Арктика проехали, блин, бензинка сейчас дорогой вообще, блин, не знаю, блин, что Путина обижать, ему деньги нужны, блин, ну, блин, и так везде кислород перекрыли, будем палить бензин, говорю, ездить, далеко, рыбалка, короче, рыба поймала, ну, вот так вот как-то, извиняйте, пацаны. Ой, красивый, прям глаз, смотри, как блестит, как у прямо, как у орка, который блендер увидел. Смотри, прямо, ой, бай. Вот это море, это пароходы, шучу, это кэмпграунд. Это просто эти тупые буржуи, у которых деды не воевали, они вот это, игрушки рыбные. Но взять спрашивать, что они квадрики здесь отправляют, все на все программы, что париться, конечно, блин. Все, ну, там стоишь, машинки всякие, то все, блин. Ага. Мы прибыли поплавать немножко, но погода так изменилась. Просто сегодня ураган, бесплатный ветер, а на ночь обещают там угрозу шторма капитального. Ну, мы люди серьезные, короче, мы с Робином уже наплавались, а девчата что-то мялись и теперь зашли. Ага. А дело в том, что ветрище такое страшное, да?
Ну, мало того, что он не позволял лодкам даже выйти на рыбалку, он взбаламутил всю воду, а озеро глубочайшее, просто есть места там натурально 100-130 фит, то есть это 30-40 метров. Вы представляете, все эти глубинные холодные воды, все взбаламутило. Девчата очень расстроились, вчера было очень тепло, теплая вода была. Но все равно моржи люди плавают. Ну, сейчас мы пойдем полюбуемся хорошие, там, на всякие закаты, там, на волны плещущиеся, на чайки, там, короче, крики прибрежные. И поедем домой что-нибудь вкусное кушать и пить, наверное. Ну, мало ли, много ли человеку для счастья надо, правда? Ну, брюхо набить и все, блин. Игровая площадка здесь, кстати, тоже есть. Наши внуки очень любят сюда приходить.